Свяжем для нашего дракоши ручку. Вот так она выглядит. Деталей должно быть две. Набиваем холофайбером только нижнюю часть. Первый ряд делаем 2 воздушные петли. Один, два. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. 6. Ставим маркер. Второй ряд провязываем 6 прибавок. 1-я прибавка. 2-я прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. 3-й ряд вяжем 2 столбика, прибавку. Затем 3 раза провязываем столбик и прибавку. Заканчиваем 3 столбиками. Должно получиться 16 столбиков без накида по кругу. 2 столбика. Прибавка. 1 столбик, прибавка, 1 раз, 1 столбик, прибавка, 2 раза, 1 столбик, прибавка. 3-й раз 3 столбика, четвертый и 5-й ряд провязываем по 16 столбиков без накида. В каждую петельку вяжем только 1 столбик, выполняем самостоятельно. 6-й ряд вяжем 3 столбика, затем 4 убавки и 5 столбиков. Один, два, три, убавка. Вторая убавка, 3-я убавка, 4-я. Нам осталось провязать 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. У нас по кругу с вами сейчас 12 столбиков без накида. С 7 по 13 ряд вяжем по 12 столбиков в каждом самостоятельно. Я провязала 7 рядов. Так, немножко ниточку вытянула. Теперь нам нужно набить нижнюю часть лапки холофайбером. Я набила лапку. Теперь мы должны провязать с вами 4 столбика смещения. 1, 2, 3, 4. С
складываем лапку пополам, вот что получается, и провязываем 6 столбиков за две части лапки. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Нить закрепляем и отрезаем. Так, вот две детальки готовы. Маркер я убираю. Откладываем их в сторонку. Теперь свяжем с вами ножку. Деталей должно быть две. Одна у меня уже готова. Первый ряд снова делаем цепочку из двух воздушных петель. Одна. И вторая. Во вторую петлю провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер. Второй ряд провязываем 6 прибавок. 1-я прибавка. 2-я. 4 прибавки вяжем самостоятельно. Третий ряд вяжем 1 столбик и прибавку 6 раз. Должно получиться 18 столбиков без накида. Столбик. Прибавка. Снова столбик. Прибавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Четвертый, пятый, шестой ряд вяжем по 18 столбиков. Вяжем самостоятельно в одну петлю 1 столбик. Седьмой ряд провязываем 2 столбика. Затем 5 убавок. Один. Два. И 4, 5, затем 2 столбика. Одну убавку. И 2 столбика. У нас осталось с вами 12 столбиков по кругу. 8, 9 и 10 ряд провязываем по 12 столбиков. 3 ряда вяжем самостоятельно. 11 ряд вяжем 1 столбик и прибавку 6 раз. Должно получиться 18 столбиков по кругу. 1 столбик, прибавка. Дальше 1 столбик, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. 12, 13, 14 ряды провязываем по 18 столбиков самостоятельно. Я закончила 14 ряд. Теперь довязываем 4 столбика. Так, 1,
два, три, четыре, набираем две воздушные петли, берем левую ножку и отсчитываем от конца ряда 4 столбика. Так. Вот он у нас конец ряда. 1, 2, 3, 4. Присоединяем ножку, провязываем столбик без накида. Продолжаем вязать 15 ряд. Провязываем 18 столбиков без накида. Самостоятельно. Я провязала 18 столбиков. Мы дошли до цепочки. Провязываем по цепочке 2 столбика без накида. Первый столбик. И второй. Переходим на другую ножку и провязываем 19 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно, встречаемся у петель цепочки. Дошли до цепочки, провязываем 2 столбика по цепочке. 1 и 2. Затем у нас идет один столбик без накида. Ставим маркер. По кругу у нас с вами должно получиться 42 столбика. 16 ряд. Вяжем 6 столбиков и прибавку 6 раз. Должно получиться 48 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. С 17 по 23 ряд включительно вяжем по 48 столбиков без накида. 7 рядов провязываем самостоятельно. 24 ряд, вяжем 6 столбиков и убавку 6 раз. Должно получиться 42 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем убавку. Продолжаем вязать эту комбинацию самостоятельно до конца ряда. 25 ряд, вяжем 42 столбика без накида. В каждую петлю провязываем 1 столбик самостоятельно. 26 ряд, вяжем 5 столбиков и убавку 6 раз. Должно получиться 36 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. Продолжаем вязать до конца ряда самостоятельно. 27, 28, 29 ряд вяжем по 36 столбиков без накида. Выполняем самостоятельно. Я провязала 3 ряда. Теперь набиваем наши ножки тела и продолжим вязание. 30 ряд, вяжем 4 столбика, убавку 6 раз. Должно получиться 30 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, убавка. Вяжем до конца ряда самостоятельно.
31 и 32 ряд вяжем по 30 столбиков. Каждую петлю провязываем только один столбик. Выполняем самостоятельно. 33 ряд вяжем 3 столбика и убавку 6 раз. Должно получиться 24 столбика без накида. Один, два, три, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 34 ряд вяжем 24 столбика по кругу. Провязываем самостоятельно в каждую петлю один столбик. 35 ряд. Будем ввязывать ручки. Провязываем 4 столбика без накида. Один, два, три, четыре. Теперь берем ручку. Провязываем вместе с ручкой 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. Четыре, пять, шесть. Затем вяжем самостоятельно 7 столбиков по туловищу. Я провязала 7 столбиков. Берем вторую ручку. Также смотрим, чтобы вот эта дуга смотрела в сторону туловища. И провязываем вместе с ручкой 6 столбиков без накида самостоятельно. Я ввязала ручку, теперь вяжем один столбик. И ряд закончен. 36 ряд. Вяжем 2 столбика и убавку 6 раз. Должно остаться 18 столбиков. Один столбик, второй, убавка. Продолжаем вязать до конца ряда самостоятельно. Я довязала ряд до конца, затем в первую петлю делаем соединительный столбик, закрепляем нить, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Туловище набиваем холофайбером. Тело готово. Вот я его набила. Теперь приставляем голову и пришиваем самостоятельно. Голову я прикрепила. Так, теперь свяжем белой пряжей к дракоше нашему животик. Первый ряд набираем 2 воздушные петли. Одна, вторая. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Первая прибавка. Вторая прибавка.
Продолжаем вязать самостоятельно. Еще 4 прибавки. Третий ряд вяжем 1 столбик прибавку 6 раз. Должно получиться 18 столбиков по кругу. 1 столбик. В следующую петлю провязываем прибавку. Один столбик, прибавка. Продолжаем самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавку. Снова повторяем. 1, 2, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Пятый ряд провязываем 3 столбика и прибавку 6 раз. 1, 2, 3, прибавка. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Шестой ряд вяжем 4 столбика и прибавку 2 раза, затем 4 столбика, прибавку из 1 полустолбика и 1 столбика с одним накидом, 4 столбика с одним накидом, прибавку из 1 столбика с одним накидом и 1 полустолбика, затем 4 столбика и прибавка 2 раза. 4 столбика и прибавка 2 раза. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Еще раз. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Один, два, три, четыре. Так, у нас идет прибавка из полустолбика и 1 столбика с одним накидом. Дальше 4 столбика с одним накидом провязываем. 1, 2, 3, 4. Идет прибавка из 1 столбика с одним накидом. И полустолбика. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Прибавка. И еще раз. 1, 2, 3. 4, прибавка. Седьмой ряд вяжем 36 столбиков по кругу, в каждую петельку 1 столбик, выполняем самостоятельно. Закончила 36 ряд, вяжем соединительный столбик и закрепляем ниточку, отрезаем, оставляем для пришивания. Полученный животик приставляем к телу дракона и пришиваем. Свяжем для нашего дракона крылья. Их должно быть 2 штуки. Одно крыло я уже связала. Набираем цепочку из 15 воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Во вторую петлю от крючка начинаем вязание. Провязываем столбик без накида. Их должно быть 14. 1 провязали, 2, 3. 4, 5, 6, 7,
восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, вяжем теперь за задние стенки 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, воздушная петля, разворот. Третий ряд, вяжем 12 столбиков, тоже за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, петля подъема, разворот. Четвертый ряд, вяжем 10 столбиков. 1, 2, тоже за задние стенки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, провязываем в обратном направлении 10 столбиков за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Петля подъема, разворот. Провязываем за задние стенки 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, провязываем в обратном направлении 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нить закрепляем воздушной петлей, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Второе крылышко готово. Теперь нам нужно его стянуть. Для этого с помощью иглы по ровной стороне делаем сборку крыла.
Вот что у меня получается. Я еще раз пройдусь иголочкой по стянутым петлям для надежности. Кончик от начала цепочки нужно спрятать. Представляем крылышки к телу дракона. Представляем крылышки вот к телу и пришиваем. Свяжем дракону хвостик. Так, набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Ставим маркер. Второй ряд вяжем прибавку и 2 столбика без накида. Так, первую петлю провязываем прибавку. Затем 2 столбика. 1 и 2. Выворачиваем наш кончик. Провязали ряд до конца. Теперь 3 ряда вяжем по 4 столбика без накида. В каждую петлю провязываем 1 столбик. Выполняем самостоятельно. Шестой ряд вяжем прибавку. Два столбика и прибавку. Один, второй, прибавка. Седьмой ряд вяжем столбик и прибавку 3 раза. Должно получиться 9 столбиков по кругу. Так, столбик. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Восьмой ряд вяжем 2 столбика. Затем столбик и прибавку 3 раза. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Еще раз столбик, прибавка и столбик. Девятый ряд вяжем 3 столбика и прибавку 3 раза. Должно получиться 15 столбиков. 1, 2, 3. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. 10, 11, 12 ряд провязываем по 15 столбиков. Вяжем самостоятельно. 13 ряд вяжем 7 столбиков, 3 прибавки и 5 столбиков. Должно получиться 18 столбиков по кругу.
1, 2. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, три прибавки, один, два, три. И нам осталось провязать 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 14 ряд вяжем 2 столбика и прибавку 6 раз. 1 столбик, 2, следующую петлю прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. 15 и 16 ряд провязываем 24 столбика без накида. В каждую петлю вяжем 1 столбик. Выполняем самостоятельно. 17 ряд вяжем 4 столбика, затем прибавку из полустолбиков, 12 полустолбиков, прибавку из полустолбиков и 6 столбиков. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Прибавка из полустолбиков. 12 полустолбиков. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, прибавка из полустолбиков. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь 18, 19 и 20 ряды вяжем 4 столбика, 16 полустолбиков. И 6 столбиков. 1, 2, 3, 4. Дальше 16 полустолбиков. Провязываем самостоятельно их. 16 полустолбиков. В конце провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Два ряда вяжем самостоятельно. 21 ряд вяжем 2 столбика, убавку. 1 из столбиков без накида. Затем провязываем 16 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14,
15, 16, убавка из столбика без накида и 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 22 ряд просто провязываем 24 столбика без накида. Каждую петлю 1 столбик. Выполняем самостоятельно. Провязали ряд до конца. Вяжем соединительный столбик. Закрепляем нить, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Хвост набиваем, приставляем к телу и пришиваем. Свяжем с вами гребни для тела и хвоста. Их должно быть 6 штук. 5 я уже связала, 6 свяжем вместе. Набираем 2 воздушные петли. Один, два. Во вторую петлю от крючка набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд вяжем 2 столбика и прибавку 2 раза. У вас должно получиться 8 столбиков по кругу. Так, 1 столбик, 2. В следующую петлю провязываем прибавку. Еще раз повторяем. 1 столбик, 2, прибавка. Третий ряд провязываем 8 столбиков без накида. Каждую петлю по одному столбику вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Теперь в первую петлю следующего ряда провязываем соединительный столбик, закрепляем нить, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Так, связали последний гребень. Теперь берем игрушку, расставляем гребни равномерно и пришиваем их самостоятельно. Свяжем для хвоста стрелу. Нам нужно 2 такие детали. Одну я связала, сейчас вторую, затем мы их соединим. Так, набираем цепочку из 2 воздушных петель. Одна, вторая. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Второй и третий ряд вяжем самостоятельно по 8 столбиков в каждом. Провязали 2 ряда. Берем теперь вторую деталь, присоединяемся и провязываем 8 столбиков по ней. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Переходим на вторую деталь и провязываем тоже 8 столбиков
чтобы не было отверстия, первый вяжем как убавку. Продолжаем самостоятельно. Мы закончили четвертый ряд. У нас с вами 16 столбиков по кругу. Ставим маркер. Пятый ряд. Вяжем убавку. Затем 4 столбика. Так, убавка. 4 столбика. Затем 2 убавки. Четыре столбика. И убавку. Шестой ряд вяжем убавку, 2 столбика. Две убавки. Два столбика. И убавку. Наполняем полученную деталь, и затем седьмой ряд вяжем 8 столбиков самостоятельно. Так, провязала я седьмой ряд. Теперь вяжем соединительный столбик. Закрепляем ниточку, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Здесь, как вы видите, осталось отверстие, поэтому оставленной нитью стягиваем отверстие за передние стенки петель. По кругу проходимся иглой, затем затягиваем и выводим нить уже с иглой с этой стороны. Будем пришивать к хвосту. Заводим иглу за переднюю стеночку и подтягиваем. Дальше за вторую петлю, переднюю стеночку, подтягиваем. И так проходимся по кругу. Мы подхватили уже все петельки. Так, фиксируем ниточку, заводим ее в отверстие и выводим с этой стороны. Сильно не стягиваем. Вот в виде сердечка получилось. Берем нашу игрушку, приставляем к хвостику и присоединяем. Вот такой замечательный Гоша у меня получился. Вот так он выглядит сзади.
Вот стрела на хвостике. Посмотрите только в его глаза, сколько в них очарования.